Говорят, впечатление – лучший подарок. Чтобы удивить детей, это впечатление должно быть ярким и запоминающимся. 1 июня для особенных ребят из организации «Солнечный круг» Комитет по культуре организовал увлекательную экскурсию по родному городу на троллейбусе. Для них поездка на троллейбусе уже приключение, а когда эта поездка сопровождается еще интересным рассказом, Александр Михайлович мастер на такие вещи, то, конечно же, это подарок. Погода, конечно, сегодня не очень хороша, но в троллейбусе тепло, и, думаю, это нам не помешает. Места заняты, пассажиры готовы отправиться в прошлое. Маршрут проходит по центру города, от площади Победы, через улицу Красной Армии и по Шереметьевскому проспекту. Александр Семененко расскажет об истории каждого здания. Мы праздновали 146 лет образования города. На самом деле населенному пункту гораздо больше лет. 500 как минимум, а может быть и все 600. История города – это благодатная почва для того, чтобы люди осознавали связь со своей малой родиной, гордились. Ну, конечно, вот должен быть судопереводчик или, может быть, какие-то другие формы доведения моих мыслей. Ну, я стараюсь, конечно, быть внимательным к словам, не так спешить. Вот. Ну, в общем, стараться так, чтобы понравилось. Экскурсия на троллейбусе сродни просмотру любимого кино. Картинка за окном хорошо знакома, но если взглянуть под другим углом, через призму истории, все приобретает новый смысл. Мне очень нравится. Ну, кто обращает, приезжает, а узнавательно очень. В школе можно пригодиться. Узнали, что были на этих новых улицах старые улицы. И узнали, что есть очень много зданий, о которых мы не знали, и их кто-то построил. Экскурсия очень интересная, познавательная. Троллейбусную экскурсию для особенных детей проводят уже не первый год. Эмоции всегда положительные. Причем праздник ребята дарят друг другу сами. Пассажиры, которые не бывают угрюмы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.